Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Вампир, и я продолжаю проходить игру под названием Skyrim. Итак, в предыдущей серии мы получили новое задание, найти какую-то реликвию, украденную или потерянную, что-то в этом роде. Так что давайте выдвинемся. А куда мне вообще там надо по карте? Давайте посмотрим. Это, походу, Вайтрани, что ли? Что-то не понял я. Блин, и надо купить или найти лук уже, у меня нормально, новый. Лучше, конечно, найти. Покупать на это деньги тратить я не хочу. Эти деньги я буду тратить только на постройку дома и вложение в него. Больше я не знаю, на что тут тратить выгодно. Ну, что-то покупать, оружие, не. Или броню, это, по-моему, не по мне все-таки. Так, тогда давайте посмотреть, где это. Нет, это не в Скайриме, походу. А где-то, да? Ух, ё-моё, это вот как раз Фолкрит, сторожевая башня. Давайте вот сюда переместимся и отсюда пойдем уже. Это вот как раз мне Фолкрит скоро надо будет. Мне как бы, помните, письмо от Ярла. Фолкрит, он хочет, чтобы я помогал ему. Так, сохрани... А, все, автосохранение же прошло, все. Ой, там рыбак. Ну и пойдем тогда. Потихонечку до туда. Блин, ведь когда же я уже найду нормальный лук, а? Ё-моё. До сих пор был. Уже какая серия там, я не помню. Наверное, 9 или 10 уже серия идет. У меня до сих пор нет нормального лука. Хожу, блин, с обычным луком, который вполне можно найти было и в первой серии. По-моему, это позор. Опа, кто это такие? Вроде доброжелатели. Тут встречаются драконы, путник. Берегись. Я знаю, есть свидетель нападения на Хелген. А, ну тогда ты понимаешь. Мы лишились дома, скота. Нам не хватает денег, чтобы прокормиться. Вот возьми. Спасибо, путник. Удачи тебе. И не забывай поглядывать на небо. Помогли людям. Спасибо за доброту. Да не за что. Раз действительно вас вы лишились дома, это на самом деле страшное дело. Где вам жить тут? Не знаю. Но на самом деле как-то 5 золотых как-то очень мало мы дали. На них особо-то и... Что вот на них можно купить? Даже, по-моему, на сутки в таверне не снимешь комнату. Там 10, по-моему, надо. Это очень мало. Надо было... Опа. Вот где-то 100 я бы им дал. Вот это вполне достаточно для проживания. На-ка. Задница прям. Ой-ой-ой, загрелись на меня все сразу. Только не вижу где. По карте аж 4 противника. А, вот он, вот он. Ай-яй. Тихо. Еще один, по идее. Так, стрелы отдайте мои, мне они еще пригодятся. Даже 2 противника. Еще один, где же ты, а? Вот он. Бля, ты еще жив? А ну, блин. Вот волчара позорная. И убегает, главное. На. Так, все, ладно, идем дальше. Сохранимся и продолжим. Так, надо пообедать, а то мы давно не ели ничего.
Так, что будем есть сегодня? Давай, крольчатину. Заедим помидоркой. Морковкой закусим. Потом орехи в меду. И запьем все, как всегда, винцом. Замечательно. О, конь! Вот этого я... А, нет. Он занят, но... Сейчас давайте узнаем, кто это такой. Кто ты вообще? А то мне конь нужен. Кому от этого плохо? А, охотник. Ничего здесь такого. Так что давайте, наверное, охотника и убьем. Конь, подожди, красавец, подожди. О, замечательно. Вот теперь я буду хоть побыстрее передвигаться. Ну, конечно, он убежит от меня все равно. То есть, я его на время, можно сказать. Да, блин, я хотел обыскать. Подожди, конь, не двигайся. Мне надо обыскать труп. Золото. Отмычка. Эль. Так, стрелы. Ну и все. Погоди, конь, погоди. Поехали. Отлично. Ну, если мы сейчас начнем задание, он потом убежит, короче, от нас этот конь. Это так, на время доехать, чтоб. Опа. Блин, вот как назло встречаются какие-нибудь места, где хочется зачистить. Блин, ну ладно. Нет, не буду, потому что просто я коня... А, мы уже дошли, тогда все. Смысл мне этого коня брать не было. Извини тогда, охотник. Иди своей дорогой, конь. Опа, меня заметил кто-то. Лошадь тихо. Походу здесь какие-то маги ритуалы проводят у этого камня, не? Или это кладбище, что ли? Что-то в этом роде, короче. Так, ладно, идем. Противник. Иди сюда, иди, иди. Готов? Ну и все, вот мы уже и пришли. Где у тебя тут вход-то, ё-моё? Хрен поймешь. Где у вас тут вход-то? Где... Кстати, я время забыл, блин, засечь, ё-моё. Сколько же мы примерно записываем? Ну, минут 10, наверное. Ладно, будем знать. Да, так, сохранимся лишний раз. Я как понимаю, здесь... Нет, вроде бы не бандиты. Какие-то маги будут тут, походу. Видите, какое место? На бандитов очень даже не похоже. Кто-то здесь покруче бандита. Тут кто-нибудь есть? Некроманты. Вот кто. Уходим. Что, а? Тебе показалось. А ну, Каджитка, уйди. Да блин, зараза. Уходим. Блин, а чё так медленно? А, и меня не заморозили какую-то хренью. Ай, зараза, попала.
Ой, валим. Ой, валим. Ой, валим, 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 валим. Волк, ты еще. Уйди нахрен, волчара. Позорно. О, спасибо. Что помогла. Но я бы сам справился. Сдохни, зараза. Да коза, она еще лечится. Так, ладно. Предметы. Зелье. Зелье лечения. Мечи. Давай. Не хватит, я только начал, подруга. Так. Том заклинаний. Давайте, ладно, возьмем. Ничего полезного. Ну, как сказать. Не могу назвать слишком трудным это, чтобы было очень даже легко. Ох, и некроманты. И в сундуке, значит, что-то есть, что я должен отнести. Путеводная звезда. Вот это что ли? Тут золото. Новая рука коснулась знака. Какого хрена? Слушай, слушай меня и повинуйся. Нечистая тень проникла в мой храм. Тьма, которую ты уничтожишь. Возврати мою путеводную звезду на гору Килкрит. И я сделаю тебя чашей, несущей мой очищающий свет. Да ты что? Рассветная заря. А почему мне до сих пор на сундук показывают задание? Что за лах? Все-таки я взял звезду же, ку-ку. Так, давайте задание посмотрим. А, перекрестная стражевая башня, нужно забрать оттуда украденную железную булаву. То есть мне не надо было брать эту звезду, я как бы случайно взял. Так, ну что? То есть у нас появилось новое задание. Рассветная заря. Далеко ли вообще мне идти? Дайте я посмотрю. Карта. Нет, оставить. Да недалековато, я там уже бывал, оказывается. Ну, как сказать, недалековато. Переместиться, если только. Так, давайте по-быстрому в Айтран переместимся. Отдадим то, что нам надо. Ну, то есть награду получим за эту булаву. Капец, из булавы это гребаные, они сами не могли сказать. Это очень легкая миссия, на самом деле. Я там ожидал, что это будет сложное. Но зато мне посчастливилось, что я вот эту звезду нашел. Ты до сих пор здесь своими заданиями. Что вступить за вампиров или за кого? По-моему, дело как раз по тебе. Потом эту миссию, потом. Часто приходится бывать в облачном районе. Иди нафиг. Так, где этот? А, он там наверху. Да что я стреляю? Сейчас отдадим булаву и пойдем прямиком на задание. Отнесем эту звезду. Все равно, зачем мне эта звезда нужна? Ой, иди нафиг, я сильно тут нашелся, блин. Я, конечно, себя тоже не называю прям крепким орешком, но слабым себя тоже назвать не могу. Возможно, когда-нибудь мы еще поохотимся вместе. Да ё-моё, блин, я потерялся. Кому мне отдать-то надо? Он в доме, походу. А, вот он, я его прошел просто рядом, ё-моё. Иди сюда. Тебе нужна какая-то помощь?
Отлично сработано. Мы все можем гордиться тобой. Можем еще работу это взять, но мне нафиг не нужно. Тогда я пойду. Давай, иди. Мне пора эту звезду отнести. Так, карта, переместимся поближе, а то, представьте, твои травмы мне пилить слишком далеко. Куда-нибудь, наверное... Вот сюда давайте, драконий мост. Хотя, мы могли тупо туда переместиться. Я просто как бы хочу приключения, может кого-нибудь по дороге встретить, или еще что-нибудь интересное. Вот из-за этого я прям прямиком не стал перемещаться. Ой, тут уже потемнело. Так, задание-то надо выбрать. Куда-то туда. Давайте уже пойдем. Так, нет. На лук надо поменять. Сейчас узнаем, что это за женщина нам там в подсознании говорила. Отнести звезду. Сейчас разузнаем. Опа. Вы это видели? Я это прекрасно видел, что кто-то в кустах сидел. Вон, вон, вон. Кровавый вампир. Вампиры, короче, какие-то. Кровавый вампир против кого-то сражается. На-ка. Дозорный охотник вампиру. Охотник... А, короче, охотник на вампиров против вампира. Понятно. Да погодите вы, блин, а. Шустрые заразы, а. Я, по-моему, дозорного нафиг убиваю, а не вампира. Ай, зараза! Вы постойте живы. Извини, не дружу с вами, ни с кем. Так, кровавый вампир. Блин, ожерелье увеличивает на 30 единиц здоровья. Давайте оденем. Почему бы и нет? Зелье исцеления. Возьмем, возьмем. Одна хрень, короче. Сохраняемся и уже идем на задание, а то отвлекаться на все не надо. Мне просто любопытно стало, интересно все-таки. Когда поскорее как бы гуляешь, ходишь, тут можно встретить любое. Но мы уже пришли, нам надо как-то... Ух ты, там какой-то даже свет вверх. Ничего себе. Так, а как мне подняться туда-то, а? Подняться. Не знаю, мне почему-то кажется, что это замануха. Я на самом деле не помню этого задания. Все-таки представьте, во-первых, когда я проходил с Карим, это раз. Во-вторых, представьте, нереально запомнить каждый. Посмотри, мой храм лежит в руинах. Таково постоянство смертных, их искусство и их сердец. Если они не питают ко мне любви, как я могу показать им свою любовь? Угу. Ну почему мне кажется, что это замануха какая-то. Не знаю, что будет, когда мы вставим эту звезду. Верни мне мой знак, и, возможно, я приведу тебя к твоей судьбе. Помните, мы во второй серии здесь были? Или в третьей?
Так, ладно, давайте активируем. Какого? Я полетел! Я в космосе, чё за хрень? Что я на небе делаю? Некромант Малкаран оскверняет мой храм нечистым колдовством, принуждая потерянные души войны служить себе. Хуже того, в силу для своих преступлений он берет из моего источника. Тебя я избрала быть моим предвестником. Ты войдешь в храм, получишь артефакт и уничтожишь осквернителя. Угу. Расскажи мне про этот артефакт. Смертные зовут его сиянием рассвета, ибо он был выкован в священном свете, который обрушивается на моих врагов, выжигая нечистую и ложную жизнь. Ты войдешь в мой... Выкован? Походу меч, что ли? И получишь этот могучий клинок. Я сделаю это. Конечно, я ведь приказала тебе. Ну, во-первых, не смеешь ты мне приказывать, во-первых. И уничтожить Малкарана. А то сейчас возьму нафиг твою статую, разрушу. Малкаран заставил ворота закрыться, но это мой храм, и он повинуется моей воле. Я пошлю луч света, проведи этот свет через мой храм и его двери. Хорошо, только опусти меня вниз. Воу, я падаю. Так. Что теперь? Провести свет Миреди сквозь храм. А как? А, вон там. То есть мне надо... Короче, понятно, мне надо зачистить храм, и за это мне дадут какой-то клинок. Ну, на самом деле, для меня это выгодно, потому что я давно ищу какой-нибудь нормальный клинок, а то чё я хожу с первой серии с клинками, ой, с мечами от имперцев. Это не дело, как бы. Это для меня как раз вот шанс что-то новое найти. Ой, а это чё это за какой-то дым черный или что-то такое? Тут имперцы были. И они все это осквернены. Господи, заговариваюсь. Ну вы поняли меня. Короче, тут какие-то маги серьезные. Но я думаю, мы справимся. Адепт, давайте откроем. Ай! Блин, чуть-чуть. А где тогда, если уже тут он не открывается? Зараза. Все, отлично. А стоит ли сжать этот рычаг? А, стоит. Мы не откроем тогда вот эту дверь. Понятно. Странно, а чё это за проход? Погоди, тут значит... А, тут вон что. Тут нычка. Ничего особо полезного. Можно было и не открывать. Тишина пока что. Где же все? Что я сделал?
Не знаю, что я сделал, но... Надеюсь, правильно это сделал. Так, золото. Это прекрасно. А тут я лежу, и братья Бури вроде бы были. Тут какие-то... Вернее, почему они здесь оба были? То есть и Империя, и братья Бури. Ого. Чё это за... Опа, вы кто такие? Скелеты. Необычные. Порченная тень. Уходим. Одного убили, уходим. А то нас заметят. Скрытность повышена, отлично. Превосходно, сохранимся. Уходим, а то заметят. Ай-яй-яй, мимо. Готов. Стрелы, это отлично. Хрень какая-то, блин. Куда я попал вообще? Так, миска мне нафиг не нужна. Так, я как понимаю, мне тут тоже надо активировать, да? Это чё за хрень? А, они сами по себе открылись. Мне показалось, что кто-то заходит сюда. Золото, это хорошо. Не понял. А как мне дальше пройти? Кто мне подскажет? А, вот как. Понятно. Ой, зачем я лук спрятал? Валим. Кто заметит. Мимо. На-ка. Хана тебе. Блин, я когда-нибудь найду себе нормальный лук. То есть он и так меня устраивает, но хотелось бы намного лучше. Чё я хожу с таким луком галимым? Чё это за окно? Странно. Так, нет. Кольцо мне нафиг не надо. Так, сундук. 16 золота. Чё это за бомжарский сундук, а? В урне то больше найду, блин. Опа. Зараза, заметил. Вот и того, ну труп больше денег. Так, наверх, я как понимаю. И опять скелетов я слышу. Угу.
Сильные стрелы, это хорошо. Так. Опа. Чё-то как-то много ходов. Адепт, давайте откроем. Да ёперный, сразу сломался отмычек. Нет, выше. Отлично. А, это получается вот этот сундук теперь я открыл. Золото, стрелы. Ну хоть стрелы, уже радует. И на этом спасибо. И походу последний зал. Да, походу да. Балкон какой-то. Дальше не успел прочитать. Сундук, отлично. Эксперт. Да вы шутите. Я его вообще открою? Да как он сразу ломается отмычка, вы чё? Ай, блин. Чуть выше надо было брать. Еще чуть выше. Блин, нет, чуть ниже. Блин, он уже не здесь. А где что-то? Блин, не, походу не открою я этот сундук. О, открыл, отлично. Так, нет, не буду брать это. Дерьме... Вемерский меч. Нет, мне это не нужно. Ничего особо полезного не нашел. Килкрит руины. Походу еще не конец. Так я тут... А, нет, не был. А мне казалось, что здесь был. Скрытность повышается. Это хорошо. Это прекрасно. Один наверху, походу. На-ка. Еще где-то один гуляет. Друг любезный. Мне, походу, сюда. Но мне нужен ключ. Без ключа я туда не зайду. А я вам ключ возьму. Это мне интересно. Больше всего интересует. Где мне взять ключ? Так, ладно, давайте поднимемся наверх. Я как понимаю, мне можно... использовать. Вот туда. Активировать, то есть. Да. Опа. Двери открыли. Ух, ё-моё. Давайте возьмем. Мне же вроде не сюда надо. Ладно. Так, нет. Золото и зелье. Тихо. Все отлично.
И что это я открыл? Кто мне подскажет? Так, ну там я был. Все правильно, вроде бы я иду. Слышите? Где-то ходит. Лежать, 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 тварь поганая. Так, зелье. Блокирование повышается. И новый уровень. Это, блин, я чашку взял. Мне нужна. Так, вернее, открываем сундук. Отлично. Эльфийская броня. Она у меня есть, если не ошибаюсь. И, вернее, я в ней одет. Правильно? Вот как. Эльфийская легкая броня, это тяжелая броня. Не понял. Почему тут 40 доспехи? Легкая броня также. А у меня... Да е-мое. Предметы, одежда. Так, эльфийская легкая броня. Доспехи 35. Эльфийская броня 40 доспехи. Интересно, девки пляшут. Вроде бы одинаковые. Но оба причем легкая броня. Ладно, эту выкинем. Так, да. И оденем, которую нашли. Это хорошо, я посмотрел. А так бы я бы не взял бы ее. Так, новый уровень. Запас сил. Так, что там можем в скрытности повысить? Тут 60 надо. Тишина, ну тут 70 уже. Тогда скрытность пока что не будем качать. Стрельбу. Надо бы. 3 из 5. Отлично. Сохранимся. Нужен ключ. Надеюсь, я вам ключ достану, а? Так, мне вот как-то надо до туда вот допрыгнуть. Да легко. Ага. Теперь вон та дверь открылась. Прекрасно. Тихо, вот он стоит. Друг любезный. Давай, выходи, я знаю, что ты тут. Готов. Скрытность это просто супер. Я думаю, со мной многие согласны будут. Кто, конечно, ну, некоторые, конечно, любят за мага играть. Я вообще ненавижу за магов играть. Неважно в какой игре, вообще не люблю за мага играть. Некоторые любят танком быть, то есть щит, двухручный, ну или одноручный меч, допустим. Или, допустим, двухручный меч какой-нибудь крутой. И тяжелую броню. Просто танк. Кто как. Каждый по-своему. Текстура силы — это ловушка какая-то, не? Да, это ловушка была, но я успел избежать ее. Так, что тут? Там труп. Пусть лежит, фиг с ним. Тихо. И осталось последнюю активировать. И походу вот те двери откроются. Да. Ай-яй.
Высоко что-то я упал. Катакомбы теперь. Ничего себе. Тишина. Никого не слышу. Да ё-моё. Зелье это отлично. А то у нас с ними... Ух ты, вермерская булава мороза. Продадим. Блин, это понабрал. Скоро, небось, перегружен буду. Многовато чуть вещей понабрал. Продать надо, не забыть. Опа. А вот он, походу, какой-то главный маг. Давайте его убьем, а то он их, наверное, будет воскрешать. Ух ты, они все сюда идут. Ух, валим. Они меня закрыли. Давайте спрячемся, может они меня не найдут. Может не, да, не найдут. Умно сделали, закрыли меня тут. Пусть лучше уйдут подальше, а потом я стрельну. Охренеть, у него мало жизни отнимается, я гляжу. Прячемся, прячемся. Но боюсь, сейчас они меня увидят. Тихо, тихо, тихо. Вы меня не видите, ребята. Блин, как назло, он стоит. Он не собирается уходить, походу. Ну, уходи уже. Да на зараза. Оу. Погоди, что ж ты меня так поливаешь своим огнем? Предметы. Зелья. Лечимся. Ох, бежать надо. Вот это он меня... Мочит, охренеть. Зелье. Так, у нас есть что-нибудь против... Во, зелье сопротивления холоду. Все, бежим. Давай, давай, побежал. Побежал, побежал, побежал. Ай, запас силы. Иссяк. Запас сил. О, потеряете меня из виду или нет? Потеряет, походу. Блин, зараза, гребаный. Сдохни ты. Оу, тень мал. Блин, вот это я попал. Вот это я попал, походу. Бежим.
Тень вот это нам нафиг не нужна. Его. Охренеть. Он еще и сдох, и из него тень вылезла, бля. Так, стрелу-ка отдай мне. Готов. Ну что, друг мой, один на один мы с тобой остались. Сейчас потихонечку убью я его. Да что такое-то? Да почему стрелы у меня не летят? Попал. Да сдохни, тварь. Вот и все. Все кончено. Отступник повержен. Сними сияние рассвета с пьедестала. Да погоди ты. Тут погляди, сколько добра всякого. Золото у них, охренеть сколько. Примерно с двух человек уже можно 100 колов добыть. А это довольно много, потому что, допустим, убить главаря бандитов, там 100 монет вам дадут за это. А это всего лишь 2 трупа, и вот вам 100 монет. Фиги, сколько монет, а? Богатые, по-моему, сюда приходили, ребята. Так, этого я обшмонал. Кого еще я тут не шмонал? Вроде бы всех. Да, вроде бы все. Давайте. Да, все, активируем. Последнее. Что происходит? Опять я на небе. Малкаран мертв. Мертвые Скайрима обретут покой. Все так, как должно быть. Благодаря тебе. Занимается новый день, и ты станешь его глашатаем. Возьми сияние рассвета, и с ним выжигай злодейство в темных уголках мира. Владей им от моего имени, и мое влияние вырастет. Да, это меч. Да, вот насчет этого вот. Твоя вера не важна. Древо не думает о лучах, приносящих тепло солнца. Когда ты поднимешь сияние рассвета, мой свет коснется мира. Отлично. Задание выполнено. Ну и что-то мне за меч дали. Найти бы его. Сияние. По-моему, это крутой меч. По-моему. Ну, по крайней мере, лучше имперского, это понятное дело. Да, так что один имперский можем мы уже продать. Итак, далековато мне идти до Вайтрана, так что я перемещусь сразу туда, все продам и закончу на этом серию. Ну, эта серия была очень даже, скажем так, экшоновой, что ли, или как правильно, даже не знаю сказать. Но прикольная была. Я думаю, вам понравилась она. Мне понравилась, довольно интересная. Блин, сейчас уже темнеет, ё-моё, они сейчас закрыли, небось, магазин. Ай, зараза. Так, ладно, давайте подождем. 11 часов. Просто постоим, подождем, позалипаем.
Они, по-моему, в 8 утра уже открывают магазин. Мы чуть подольше позалипаем. Вот, отлично, все открыто. Сейчас все ему продадим. Что нам не нужно? Да-да-да-да. Здорово, здорово, здорово. Да, немного того, немного. Начнем специально с разного, потому что я боюсь, у меня денег не хватит все у меня купить. Чтобы остальное, допустим, из оружия мы продали там оружейнику какому-нибудь. Аметист забирай. Гранат. Испорченную книгу нафиг забирай. Камни душ. Миску забирай, мне нафиг нужно. Так, книги. Забирай. Пламя. Так, ингредиенты. Это ладно, пусть останется. Пища, свитки. Свиток забирай. Одежда. Забирай. Вот как я и говорил, у него осталось 189. Нет, не продам. Что-нибудь тогда подешевле тебе втюхаю. Вон, допустим, забирай у меня имперский меч. Но остальное тебе не продам. Заходи еще. Давай. Готов у тебя даже. Еще бы, конечно, другой меч найти бы мне. За место этого имперского. А то что я хожу с ним. Постой. Я тебя знаю. Я тебе когда-нибудь ударю. Вот честно. Задолбал. Если так, хочешь, ты кузнец, я давай тебе. Я не говорю, что я лучший кузнец. Кузнец, да-да-да-да, продам я тебе. Итак, оружие. Забирай. Тут особо продавать нечего. Шлем. Забирай. Ну и все вроде бы. Давайте убедимся. Мы точно все продали. Предметы. Оружие. Ну тут вроде бы все. Одежда. Все тоже вроде бы. Ладно. Так, что у нас насчет стрел? 17, 28. Мало стрел. Понадобится, загляни. Давай я тебе прикуплю стрел. Только лучшее оружие и броня. Оружие. Железные стрелы. Купить все. Так. Орчих прикуплю у тебя. Какие-нибудь, может, мечи ты хорошие продаешь. Стальные стрелы, давай, прикупим. Не, вроде ничего полезного нету. Нифига себе, вот эту булаву я ей продал, по-моему, за 300, и она передает мне за 1200 теперь. Вот ты с дуба рухнула, что ли? Да, красноречие надо прокачивать обязательно, чтобы торговля была честной. А, приветствую, мой друг. Погляди. Стрелы мне надо купить себе. Уже продаются две мерзкие. Можно, можно прикупить. О-о-о! Две мерзкие лук. Блин, а сколько ты продаешь? 800. Дороговато, зараза. Орчи лук продает. Ух, я сколько орчих стрел продаешь, куплю. Так, стальные. Блин, у него стрел дофигища. Офигеть. Блин, не знаю, покупать тебе. Да я боюсь, просто я найду лук. Сейчас уже скоро. Где-нибудь. И мне этот лук. Буду жалеть, зачем я его купил. Давайте две мерзкие стрелы еще купим. Блин, ну уже 5000 осталось, охренеть. Все, ладно, хрен с тобой. Приятно иметь с тобой. Ага, мне тоже очень приятно, говно, все мои деньги сожрал. Так, ладно. И вот тут, я думаю, закончить на этом серию. А, кстати, да, ну какая-то другая броня, красивее эльфийская вот это. Да, на этом, я думаю, здесь закончить на этом серию. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Ждите продолжения, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и всем удачи. Всем пока.